красоты к практичности. Все-таки брюки никто не отменял. Представляем брюки Татьяна. Цена шопеншоу 1990 рублей, 400 рублей скидки, 300 рублей бонусов на карту. И чем же эти брюки такие особенные? По мне так, Зуль, ну честно, черные, ну обычные, базовые. Я бы так не говорила, это совсем необычные брюки, это брюки с секретом. А-а-а. Во-первых, это ваши любимые брюки, мы знаем об этом. Во-вторых, это действительно брюки в спандекс на прямого силуэта, но здесь есть секрет, а именно флис. Вы уже наверняка знаете качество компании Пала. Так вот, эти брюки сделаны именно дизайнерами этой компании, поэтому вам стоит сделать свой выбор в пользу идеального выбора брюк Татьяна. Они подойдут вам как для осени, так и для любого другого сезона. Стоп! Внимание! Смотрите, утепленные брюки на осень и на зиму по цене 1990, да которые еще и стройнят. Вы полюбуйтесь-ка на нашу Лали. Носит она 54-й, а выглядит на 48-й. Да, это замечательные брюки Татьяна на флисовой основе ткани. Давайте посмотрим более подробно, какие здесь есть особенности у этих брюк. Во-первых, обращаем внимание на ткань. Да, вы видите, что ткань очень плотная. Это сочетание двух материалов, включая спандекс. Это корректирующий эффект. Вы видите, как сильно натягивается ткань. Она очень плотная. Она замечательная тем, что она моделирует фигуру. Здесь есть планочка, которая в том числе воздействует корректирующе на ваш животик. Поэтому эта корсетная часть, вот кокетка, она позволит вам зафиксировать ваш животик. И, в общем-то, по бокам тоже ваши бедра смогут быть скорректированы. А нужно ли надевать под такие плотные брюки утягивающие белье? Все-таки они сильно облегают. Я думаю, что нет. Дело в том, что эти брюки уже сами обладают корректирующим эффектом. Вам нужно всего лишь использовать эти брючки как обычные. Если вы их наденете, то никто в жизни никогда не поверит вам, что на вас какие-то брюки на флисовой основе. Потому что они настолько хорошо моделируют фигуру и позволяют вам чувствовать себя в них очень комфортно. А ведь действительно они утягивающие. Посмотрите. То есть вам не нужно больше. Если вы раньше выбирали обычные черные, не плотные, а такие демисезонные брюки, что вы делали? Вы покупали утяжку, вы надевали колготки теплые и потом сверху только надевали брюки. Внимание! Больше этого делать не нужно. Вашему вниманию мы представляем брюки Татьяна на флисовой основе. Мало того, что они утепленные, так они еще и моделируют вашу фигуру. Они все подтягивают, они делают силуэт идеальным, они подбирают животик. Вот это то, что вы искали. 1990 рублей. Брюки Татьяна – это, естественно, базовые формы в гардеробе. У вас есть возможность посмотреть, насколько хорошо они скроены. Во-первых, это флис, но несмотря на то, что здесь есть утепленные, утепленная ткань, они не кажутся массивными. Наоборот, эти брюки зауженные к низу, и за счет этого создается моделирование фигуры. То есть вы видите, вам будет не только тепло, но и комфортно. Это отличная тянущаяся ткань, она очень плотная. Смотрите, как хорошо она прилегает к телу, и при этом не придает никакого дополнительного веса. Ваши формы будут прежними, и кроме того, у вас будет корректирующий эффект. То есть вы будете чувствовать себя намного стройнее, чем есть на самом деле. Итак, акцентирую внимание, корректирующий эффект. Вот поэтому эти брюки выглядят немножечко нестандартно. У них есть кокетка по переднему плану. Это неожиданно. Для чего, казалось бы, животик мы подбираем этими брюками? Посмотрите, какой вид сзади. Кстати, это очень важно. Я когда покупаю брюки, всегда смотрю, знаешь, в примерочной, вот выворачиваюсь, посмотреть, как же сзади-то сидит. Посмотрите, как сидит. Идеально. 1990 рублей. Давайте посмотрим еще раз на конфигурацию этих брюк. Все-таки они очень интересны. Покроен. Да, обратите внимание, что здесь есть резинка, да, на корсажной части, на талии. И за счет резинки, которая очень хорошо фиксируется на линии талии, они не скатываются, они не скользят, они никуда не денутся. И более того, даже несмотря на то, что есть флис изнутри, вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. И еще раз повторюсь, на два размера как минимум стройнее. Это ценно, неизменно. 1990 рублей. Эти брюки, Татьяна.
Татьяна. Во-первых, теплые на флисе можно носить всю осень и всю зиму. А во-вторых, они будут вас стройнить. Не любите сидеть на диете? Я уверена, что нет, никто не любит. А больше и не нужно сидеть, выбирайте правильные брюки. Даже утягивающее белье здесь не понадобится. 1990 рублей, скидка, внимание, 400 рублей. Кстати, не ждите, дешевле уже не будет. 299 рублей на золотую карту.